В Улан-Удэ начнется масштабная реконструкция. В центре снесут 200 жилых и нежилых зданий. Проект уникальный. Такого грандиозного преображения еще не было ни в одном городе. Благодаря программе комплексного развития территорий. Из старых деревянных домов сотни жителей переедут в новые комфортабельные квартиры, а на месте старой застройки возведут современный жилой микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Под расселение попадает часть улиц Шмидта, Советская, Куйбышева, Смолина, Свободы, Кирова, Каландаришвили, Свердлова, Кузнечная, Банзарова и Набережная. Увидим город новым уже скоро.